Что оказывается, мы не знали, оказывается, Украина была нашпигована натовскими базами, где геи-террористы и лесбиянки-каннибалы в перерывах между обогащением урана для создания грязной бомбы скрещивали коронавирус обезьяньей оспой и начинали через жопу этим коронавирусом боевых уток, чтобы они летели, так сказать, и планировали нападение на Беларусь с четырех сторон. Дайте мне эти препараты, я тоже хочу. Чтобы тоже так было, сиреневый тушкан над нами пролетает. Оранжевый верблюд поет из темноты, малиновый пингвин с тобой на маге синяет, что дедушка в лесу нашел не те грибы. Дайте. Дайте мне эти грибы, я тоже так хочу. Не, правда. А когда сказали, что на Соловьева готовилось покушение, это же, представляете, и, да, вам ха-ха-ха, человек был в опасности. Страшное покушение. Обезвредила ФСБ вовремя ячейку укранацистов, которые, оказывается, были спящими. То есть они спали 15 лет, их еще Ющенко ввел в этот глубокий сон. И вот они там находились в этом сне, их разбудили. Слава богу, не успели они, так сказать, напасть на Соловьева, но у них изъяли 2 пулемета, 3 миномета, пули, патроны, нацистскую литературу. Как они еще не добавили осиновый кол, кровь девственниц, Майн Кампф в оригинале. Ну даже антинацисты попались неопытные. Ну у вас же под боком есть натовские базы. Ну возьмите вы одну, эту боевую утку, дайте ей понюхать носки с Соловьева. Уже на следующий день мы бы видели заголовки. Боевые утки засрали Соловья до смерти. Все. Почему они не догадались, я не знаю. Не, ну, страшное дело. Там, конечно, такое...